самое ценное для меня то, что мне каждый раз сюда хочется возвращаться. И каждый раз после этой школы я приезжаю с большим, назовем это, багажом вдохновения и конкретных инструментов, которые я потом перекладываю на свою работу. То есть в первую очередь я сюда и сама еду для того, чтобы поучиться, подсмотреть за лучшими практиками, которые приезжают сюда в Архангельск на школу тренеров. С 2018 года мы уже вместе участвуем взаимно в совместных проектах, не только в школе тренеров, и каждый раз это всегда именно то качество и тот уровень, которого я ожидаю. То есть мы синхронизировались по картинке, которую хотим видеть в качестве результата, ну, то есть и взаимно друг друга обогащаем. Мне кажется, здесь очень важна именно глубина погружения в тему. Ну, то есть я вот еду всегда за этим, потому что здесь нет такого, что чуть-чуть по поверхности, а нет, здесь до того, как выдать этот материал тренерам, организаторы сначала сами внутрь докопаются, разложат весь материал на составляющие, потом снова его соберут и дадут в очень сжатом, емком виде, но очень таком концентрированном. Вот, наверное, за этой концентрацией знаний и навыков мы едем сюда.